Автономный дом на колесах VanLife использует полную автономию 5G уровня и предназначен для передвижения по любому бездорожью. Миланская студия Advanced Design Studio представила автономный дом на колесах под названием VanLife. Полностью автономное ведение предназначено для движения по всем типам земной поверхности, отправляя пассажиров в путешествие на свежем воздухе или в городское приключение. Исследование дизайна VanLife является вторым автомобилем в серии «Автомобильная культура GAC» после представленной в прошлом году модели Barcat с низкой посадкой. На этот раз команда дизайнеров обратила свое внимание на стиль автокультуры, восходящий к поколениям и особенно актуальный в последнее время – путешествие на автофургоне. Концепция VanLife исследует направление, в котором дизайн RV может развиваться в более технологически продвинутом будущем. GAC Advanced Design предполагает, что VanLife будет использоваться не только для ограниченных отпусков или коротких маршрутов, но и для целенаправленных, дальних поездок, которые путешественники в настоящее время совершают на самолетах. Он использует полную автономию 5G уровня, чтобы сделать такие поездки такими же расслабляющими, как если бы вы отдыхали в первом классе. Твердотельный аккумулятор добавляет возможности быстрой зарядки нового поколения на большие расстояния, а корпус фургона остается компактным и достаточно обтекаемым для эффективного использования аккумулятора. VanLife предлагает полную автономию не только на избранных автомагистралях, но и на бездорожье. Автономная навигационная система автомобиля сочетает в себе данные GPS и картографические данные с входными данными от отдельной системы звездного картографирования, обеспечивая надежное автономное вождение даже в удаленном условиях бездорожья. VanLife ездит на колесах с будущей итерацией безвоздушной конструкции вездеходных шин с системой протектора, предназначенной для поддержания сцепления на различных типах грунта, тротуар, песок, снег, скалы и многое другое. Поскольку VanLife берет на себя все управления и навигацию, пассажиры могут свободно наслаждаться поездкой, любуясь видами через большие окна и стеклянную крышу, спать в автомобиле или растворяться в любом стиле личных устройств. Они окружены причудливой орбитальной рамой, которая заменяет типичную цельную конструкцию. Рама оборачивается вокруг средней части автомобиля, как ремень, а внутренние и внешние автомобильные компоненты крепятся сверху и снизу, чтобы объединиться в полноценный автомобиль. Пассажиры также могут использовать его для прикрепления и замены всех форм модульных компонентов, интеллектуальных устройств, динамиков, освещения, столешниц, сумок для хранения и многого другого, персонализируя интерьер по своему вкусу в любой момент. Снаружи рама поддерживает систему выдвижной платформы, которая выглядит как выдвижная кухня GAC Advanced Design. В нем нет встроенного оборудования, но есть много места с двумя рабочими поверхностями, чтобы готовить еду, ремонтировать инвентарь и т.